Друзья, всем привет! Вы на канале Есть Поесть. Предлагаю очень простой и быстрый рецепт куриных биточков с грибами. Я их обычно готовлю сразу много, часть замораживаю, что впоследствии ускоряет приготовление ужина, часть обжариваю сразу. Количество ингредиентов можно менять на свое усмотрение. Примерный список, как обычно, открывайте под видео. Панировочные сухари заливаю теплой водой, размешиваю и дам постоять. Можно размочить обычный хлеб, а затем пропустить через мясорубку. Я же пропускаю через мясорубку мясо, грибы, подойдут любые, я использую замороженные шампиньоны, лук и при желании чеснок. Кстати, вместо куриной грудки можно взять филе бедра. К готовому фаршу добавляю разбухшие сухари, соль и специи по вкусу. И хорошенько размешиваю. Влажными руками делаю биточки. Можно сделать форму котлет. Обваливаю в панировочных сухарях и выкладываю биточки на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжариваю сначала с одной стороны, затем переворачиваю и с другой стороны. Можно довести до готовности под крышкой. Другую часть котлет я раскладываю на доску и убираю в морозилку. После заморозки перекладываю в мешочек и храню. Жарю по мере необходимости, прямо не размораживая. Посмотрите, биточки получаются очень мягкими, нежными и сочными. Приготовьте любой гарнир, и ужин готов. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.